В администрации муниципалитета состоялась встреча с жителями по предварительному обсуждению концепции обустройства прибрежной части города. В частности, был рассмотрен проект планировки территории площадью 11 гектаров по улице Халилова, предусматривающий комплексное освоение обустройства парковых зон, набережной, организацию дорожной сети, проведение инженерной инфраструктуры, парковочных мест, а также строительство апартаментов. В процессе обсуждения жителями города были даны свои замечания и предложения. 28 декабря в 15:00 в администрации города состоятся публичные слушания по данному вопросу, где будет принято окончательное решение.